Нет никаких оснований полагать, что на том видео, которое недавно появилось в средствах массовой информации, не Юрий Иванович Алтухов или, может быть, производился какой-то монтаж видео или звука, а это значит, что налицо факты подлога и фальсификации результатов голосования. По данным фактам я около 3 недель назад направил председателю ЦИК РФ Памфиловой обращение, в котором просил дать правовую оценку деятельности Юрия Ивановича Алтухова и его указаний, которые он дает на видео по телефону. Недавно получил ответ, в котором Памфилов сообщает, что направил все материалы в Генеральную прокуратуру. Ну, мне лично не совсем понятно, почему она сама лично не может разобраться в этом вопросе. Вот именно поэтому Николай Васильевич Разворотнев, депутат Государственного дома, первый секретарь Липецкого обкома, в среду встречался с ней, лично передал ей все материалы, но она пообещала разобраться. Ну и на самом деле нужно бы дать правовую оценку. Но...